Из-за отключения воды на Слободке местные перекрывали улицу Маловского. Движение автомобилей заблокировали жильцы дома номер 8 во втором Стахановском переулке. Им еще 7 дней назад отключили воду. Люди считают действия незаконными. Жить должен водоканалу порядка 1 000 000 гривен. Чего вы хотите, чего вы требуете? Мы хотим, чтобы нам дали воду. У нас много маленьких детей, много стариков в доме. Есть люди, которые просто не могут даже принести себе баклажку воды. Человек на 4-м этаже ходит с костылями. Он просто физически не может. Наш ЖЭК находится на Терешковой 13. Называется он там как-то Черномор энергоспецмонтаж. Долг ЖЭКа перед водоканалом около 800 000 гривен. На балансе нашего ЖЭКа находится 9 домов. Значит, наш дом из этой общей суммы задолженности 800 тысяч, наш долг 30 000 гривен. По словам людей, им должны были лишь ограничить подачу воды. Если ситуацию не удастся разрешить, обещают перекрыть более важные транспортные артерии.